Всем привет от нашей команды девчонок. Друзья, наши любимые зрители. Да, Дотя? Мы вам обещали в следующем видео розыгрыш. Мы подождали, дали срок всем, кто хотел написать слово «участвую». Мы смотрели, кто писал. Сейчас я булечку поставлю. Мы писали комментарии, смотрели. В общем, у нас получилось, девочки, 52 участника. Анютка всем прописала номерки. Тут вот их миллион. 5, 6, 32, 31, 18. В общем, здесь 52 листочка. Правильно, Анютка? Мы сейчас, я на примере покажу, не будем на камеру все 52 листика сворачивать. Вот, к примеру, номер один. И мы его вот так вот заматываем вот в такую трубочку, чтобы не было видно вообще, какой это номерок. Правильно, Анютка? Сейчас мы это все сделаем, положим вазочку, и как в прошлый раз, Анютка будет выбирать. У нас с вами, как мы и договаривались, будет два подарка. Первый. Я еще раз покажу. Значит, это вот такой. Сюда входит турецкий чай вишневый для тех, кто хочет быть стройными и красивыми, девочки. Но он действительно очень вкусный. Я себе такой привезла. Обалденный, да, Анютка? Фирмы Дагадан. Это очень классная турецкая фирма. Сюда входит баночка Осман Оглу, моего любимого лукума. С разными вкусами, посмотрите. Красивая, правда? Нам с Анюткой очень нравится. В Турции такой лукум подают к крепкому, такому заваренному кофе с пенкой. Ну, я думаю, и с чаем можно, и просто так, для любителей сладостей. Вот такой кремик, от тоже от моей любимой фирмы Далан. Девочки, он обалденный. И вот такой вот наборчик. Сюда входит как полотенечко, знаете, после хамама, но можно и на обычный пляж его брать, тоже будет очень удобно. Вот такая желтая красивая рукавичка, чтобы делать пилинг, то есть одеваете на руку и по телу. Кожа будет великолепная. Оливковое мыло. Ну, турецкое мыло, вы знаете, славится обалденным качеством, поэтому вам понравится. Ну и пемза. Никогда не бывает лишнее. Это такой, знаете, наборчик для хамам. Это подарок был у нас номер один. Подарок номер два. Сюда у нас входит вот такой чай, тоже фирмы Дагадан. Это зеленый чай со вкусом лимона. Правильно, Дуся? Так, халва от фирмы Торку. Халва это не обычная тахинная, а она, как видите, как мраморная, с какао, с шоколадом. Вкусная, да, котенок? Нам такая нравится очень. Мы себе тоже такую привезли. Так, вместо кремика, я вам объясняла, почему вместо кремика, потому что кремик где-то исчез при приезде сюда, мы нашли только один. Девочки, не знаю, может быть, где-то забыла в номере. Может быть, при распаковке где-то. Ну, не нашли, да, Анютка? Поэтому мы заменили на вот такое кухонное полотенечко. Я его привозила из Турции, из города Мармарис. Мармарис, как правильно. Можно как кухонное, ручки вытирать. Девчонки, я его привозила, но абсолютно новое, но привозила его не в этот раз. Но мы подумали с Анюткой, что это тоже турецкое, и будет приятно, котик, да? Так, и тоже наборчик для хамам. Здесь вот такое, такой же пледик. Рукавичка здесь беленькая, мыло, там была оливковая, здесь лавандовая. И тоже пемза. Считаю, что подарки очень хорошие, такие, знаете, именно турецкие, должны вам понравиться. Розыгрыш у нас, мы проводили его в прошлый раз. Напомню, что мы всем присвоили номерок. Сейчас все посворачиваем, положим в стеклянную вазу. И Анютка со своей легкой руки, попугай у нас кричит, вы на него не сердитесь. И Анютка со своей легкой руки будет выбирать два победителя. Девочки, скажу сразу, что чей номерок мы вытягиваем,
Под этим видео будет моя почта. Прошу вас написать мне на почту свой контактный телефон, ваше имя, фамилию, город и в какой почту, как вам отправлять. У нас более... Девочки, у нас практически 80% наших участников проживают в Украине. Это наши земляки. Сейчас, минутку. Кто-то балуется. Она хочет играться, девочки. Хочет играть, а мы разговариваем и капризно. Сейчас мы Булечку погладим. Буля пошла пройтись по другим комнатам, девчонки, а мы продолжаем. У нас практически, сколько я говорила, ну, где-то 80% участников, они проживают на Украине. Остальная часть – это Россия. И если я правильно все читала, ну, те, кто написал, да, те, кто написал, откуда они, у нас один участник из Грузии. Вот так вот. То есть три страны. Ну, не все писали, откуда они, только те, кто писал, я могу составить. Остальные, я не знаю, откуда вы, но я вам обещала, откуда бы вы ни были, мы вам отправим подарок. Хорошо? Значит, ну что, мы сейчас сворачиваем все листочки, как в прошлый раз, и будем разыгрывать подарки. Мы всем желаем удачи, чтобы вам обязательно повезло. Ну, подарка у нас два, поэтому из 52 людей счастливим два. Кто-то мне написал, зачем вы проводите этот конкурс. Ребят, я всем друзьям, родственникам мы привезли подарок. Подарки, разные подарки. И вы нас смотрели, вы вместе с нами, можно сказать, путешествовали. Надеюсь, что вам было интересно смотреть наши видео. И, естественно, всегда, когда кто-то куда-то едет, он покупает себе какие-то сувениры. Я не люблю магниты, честно, не люблю. Иногда привожу, если просит кто-то подарить ему магнитик, я привожу. Но я не очень люблю магниты. Ну, как бы ты его повесил и все. А так можно что-то покушать, потрогать. Мне кажется, так намного интереснее. И мы решили поэтому выбрать двух зрителей, чтобы вам тоже было приятно, и у вас после нашего отпуска тоже осталось такое приятное воспоминание. Да, моя сладкая? Поэтому сейчас мы сворачиваем все номерки, девочки, и будем разыгрывать. Оставайтесь с нами. Мы позаворачивали все листочки. У меня аж руки покрасились от Анюткиного маркера. Покажи, как у нас получилось. Видите, вот ваза. И все, мы свернули. Держи. Анютка сейчас с Булей с легкой руки. Какой, Анют, сейчас будем приз разыгрывать? Давай с похудателем. Вот этот. Значит, вот этот подарок. Сейчас мы узнаем, кто... Ой, девочки, упала. Сейчас мы узнаем, кто получает крем, не хочет держаться, я его вот так подержу. Сейчас мы узнаем, кто получает вот этот подарок. Чай, лукум, крем и набор для хамама. Анютка, вытягивай номерок. Мешай, 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 чтобы по-честному все было. Один, да, давай, доставай, любой. Раскрывай. Так, выиграл у нас номер 28. Девочки, сейчас надо глянуть, кто это. Я всех наизусть не помню. Сейчас, одну секунду, я возьму другой телефон, и мы посмотрим, кто это у нас номер 28. Девочки, открыла я номер 28. Это Елена. Сейчас покажу ее... Вот Елена А. Елена А. Номер 28. Украина, Угледар. Мы вас поздравляем. Я прошу, под этим видео будет указана моя почта. Этот подарок приедет к вам по тому адресу, наверное, новой почты. Украина все-таки, как будет удобно. Вы мне напишите на почту. Поздравляем, Анютка. Победитель номер один у нас определился. Подарок поедет к вам. Правильно же, Елена? Да. Так, теперь мы определяем, кому поедет вот этот подарок. Правильно, Анютка? Сейчас
Анютка будет выбирать. Сейчас Анютка будет также все перемешивать. Давай. Чтоб булечка нам не мешала. Четыре. Номер 4. Девочки, сейчас будем искать. Я телефончик же принесла. Кто у нас под номером 4? Так. Сейчас, девчонки. Это в самом начале. Сейчас, мои хорошие, сначала. Тут же надо найти. Я не помню, кто какой номер. Так, по-моему, победитель определён у нас. Так, номер 4. Это город Киев, Украина. Зовут нашего победителя Таисия Самосюк. Правильно читаю? К вам едет вот такой подарок. Чай. Зеленый с лимончиком. К вам едет халва. К вам едет красивое полотенечко турецкое. И вот такой шикарный наборчик с лавандовым мылом. Я считаю, что розыгрыш у нас удался. Все больше мы не вытягиваем, подарков у нас больше нет, друзья. Мы очень... Иди ко мне, котик. Мы надеемся, что мы принесли кому-то радость. Мы знаем, что вам нравятся конкурсы, мы еще будем проводить, да, котенок? Не знаю еще, какие девочки, нужно как-то настроиться, придумать, потому что какой-то суете, заботе, но мы рады, что мы определили сегодня победителя. Я знаю, что многие ждали видео с розыгрышем, всем, естественно, хотелось подарков, но так не бывает в конкурсах, чтобы победили все. Но если вам не повезло сегодня, то вам повезет обязательно в следующий раз, да, моя красавица? Поэтому мы вам желаем удачи, успехов, позитива, удачи во всем. Знаете, как говорят, что если не повезло здесь, обязательно повезет в чем-то другом. Поэтому обязательно все, кто у нас сегодня участвовал в конкурсе, вам обязательно повезет и вам улыбнется удача. Просто не в нашем конкурсе, а в чем-то другом. Поэтому мы вам желаем хорошего настроения. Победителей просим с нами связаться, друзья. Хорошо? По почте написать контакты, как вам отправить. Все, мы вас любим, целуем, обнимаем. Надеемся, вам наше видео понравилось. И будем с вами встречаться уже в обычных видео, в обычных влогах. Все, любим, целуем, обнимаем. Пока-пока. Пока-пока.